Хочу показать вам наших милых ангелочков. Появились они на свет 1,5 месяца назад. Посмотрите, какие они хорошенькие. Мама у них веслоухая, а у наших котят ушки прямые. Котята наши будут уже не шотландскими веслоухими, а шотландскими прямоухими котятами. На сегодняшний день кушать они еще самостоятельно не умеют. Питаются они только маминым молочком. Вот такие мы уже большие. Нам 1,5 месяца. Кушаем и спим. Спим и кушаем. Одним словом, растем. Беленький, вот какой шустренький. Такой хорошенький, так он мне нравится. Посмотрите на него, какие у него ушки, какой хвостик, лапки, носик. Это у нас обе кошечки, обе девочки. Вот они уже самостоятельно познают мир. Погуляли немножко и к маме снова под крылышко. А как же мама нежно к ним относится. Умывает их, заботится о них. Посмотрите, как все это она делает. Где же кто потерялся или кто пришел? От мамы не отходим ни день, ни ночь. Посмотрите, какие же они очаровательные, нежные, какие пушистые. Согласитесь, не любить этих веслоухих котят невозможно. Зеваем, совсем не выспались. А мама спит, не хочет с нами играться. Тогда я самостоятельно умоюсь. Если мы вам понравились, тогда оставляйте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и заходите почаще к нам в гости.
Пока-пока.